Показывай. Всем привет! Меня зовут Вика, это моя мама Татьяна. И мы сегодня будем учиться жонглировать. Вот так вот. Сейчас еще раз, подожди. Я же не клоун, но жонглировать умею. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С какой ты начинаешь? Ну, короче говоря, я когда, конечно, не на камеру и не волнуюсь. О, ну вот все. Я притерлась нормально. С какой начинать? Сначала начнем с простого. Берем один мандарин. И пробуем подкинуть его на высоту. Не шатай под аппаратом. Там стоит моя неумелая безрукая дочь. Она будет сниматься во второй серии этого видео. Короче говоря, мы пробуем в одну точку подбросить и поймать на одну и ту же высоту. Ну, можно так сделать раз 50. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 39, 40. Короче, понятно, да? Ну, не получается. Да, кривоватенько. В общем, нужно настроить так ручку, чтобы она... Мы в отеле на соревнованиях, поэтому там... И нам просто очень скучно. Мы решили научиться жонглировать. Вы можете помолчать, пожалуйста? Чуть-чуть потише. Серьезно, мешайте. Ух ты. Хорошо. Да. Теперь делаем совершенно верно. Вот такие движения. Я уже догадалась. Оп. Оп. Перекладываем. Одну подкидываем. С одной руки постоянно. Ты слишком учишь сильно. Ты должна издеваться над ней. А ты, не, а ты просто делаешь обучающее видео, как жонглировать. Конечно, правильно? Я такое и делаю. Что ты должна издеваться? Я же не ты, Маша. Да блин. Понятно. Не научишь вещи. Потом меня чему-то, поиздеваешься. Не вещи. Третья серия будет. Маша учит маму чему-то там. Меня так получилось, да? То есть вот это было сложнее. Да. Хорошо. Да, теперь берем две мандарины в одну руку. Две. А мне в левую. В одну руку и все. А. И пробуем сделать вот так вот. Должна сказать вам... По схеме вроде как это должно быть, ну, следующим, третьим этим самым пунктом. Мне кажется, это Но сложнее. На самом деле это сложнее жонглировать одной рукой двумя мандаринами, чем тремя. Знаете, что нам нужно сделать? Теперь подкидываем с одной руки там, где два мандарина. Подкидываем, да, и ловим туда же. О, хорошо, получается, молодец. То есть для того, чтобы потом подкинуть этот, и за ним второй, и поймать подкинуть второй. Подкинуть этот, а за ним этот. Да, то есть раз, два. Можешь его не ловить, вот этот, а поймай вот этот потом. Вот так вот, типа. Я поняла, этот подкинуть. Да, раз, два, три. Только это делаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Так тоже можно. Так проще. Ну, надо два подкинуть. Сначала правой рукой, потом левой. Сначала. Правой, потом левой. Подкинь высоко, чтобы было время подумать. Ты должна с правой руки в левую поймать. Вот. Так, эту подкидываем. О, да, это было уже ближе. Правую, левую и поймала. О. Ну, для того, чтобы это получилось, надо хорошо отработать первое движение. Тогда будет получаться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, все, давай. Тебе раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Смотри, смотри, еще момент. Ага. Значит, нужно бросать эту сюда, а эту сюда. Вот, накрест немножко. Тогда будет... Да, эту сюда бросаем по направлению, а эту сюда. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп.
плакаешь-то? Одну и вторую кидаем. Сначала ту. Вот, смотри. Теперь, попробуй сделать вот так вот. Раз, два. Эту поймай. Вот эту поймай левой рукой. Вот, твоя задача кинуть. Поняла? Поняла. Переложила, короче. О, да. Ты вторую, ты вот эту низко кидаешь. Вот эту? Вот эту. Поймать эту должна. Она чуть справа, и там две. Ой. Вот тут ты кидаешь, потом эту на такую же высоту. Не думай о том, что их надо поймать. Высоту планируй. Я не могу две кинуть. Надо будет три кинуть. Я не могу две. Я думала, ты умеешь жонглировать. Я честно думала, она умеет. Ты вообще этому научила. Я не знаю, я умела это сразу сделать. Фу. У тебя что, папа фокусник? Нет. Да вроде нет, я что. Так, эту. О, на одну и ту же высоту. Две штуки на одну и ту же высоту. Это было тут, а это вот тут. По-моему, неправильно. Расслабь руки. Расслабил. Так не получится. Я отпустить, я то не могу. Ты ее можешь только переложить. С доставкой надо. Из рук в руки. Вот выражение. Откуда? Из рук в руки. Из рук в руки. О, мама наискось. Это совсем другое дело. Наискось. На одну высоту. О! Молодец! Конечно, у меня рука. Я великий уж. Как научить человека зонглировать за 8 друга. Минут? Так. Потому что у меня рука другая. Мы пришли на следующую стадию. Ого. Как с этой руки? Я тебя не смогу научить, потому что... А ты стой, кидай. Я переверну. Я могу вот так вот, в зеркальном отображении. Я переверну. Нет, мам, отойди сюда. Все, вот так, вот так, вот, вот. Вот поняли, так. Да? Все поняли. Да. Значит, смотри. Раз, два, три. Мы уже научились делать, да? Раз, два, три. Научились. Ну, понятно. Теперь. Раз, два, три. Ту, что осталось, нужно раз, тоже... Раз, два. И вот эту тоже подкинуть надо было перед тем, пока как эту поймать. Поймала. Да. Раз, два, три. О! А потом ту. Короче, все время одна апельсина подкидывается. Так, подожди еще раз. Раз, два, три, четыре. Четыре, ту надо было кидать. Да подожди ты, господи. Понятно, с руками, значит, у меня не сложилось правое дело. О! Я знаю теперь, чем мы будем в поезде заниматься все это время. Нам надо было набрать всех детей, научим жонглировать. Надо было шарик. А потом составим танец. Ничего себе. Лол. Другая рука. Я должна сказать, до завтра, до того, как мы приедем, ты научишься. Что меня все время жить? И будет не скучно в поезде. Лови. Итак, сегодня мы с вами.
вами отработали несколько упражнений. Не, ну, по крайней мере, мама пока учится, я повторяю. Меня уже... Первое упражнение, самое главное, научиться правой рукой и левой рукой делать вот такие вот движения, постараться подкидывать на одну и ту же высоту и ловить в одном и том же месте. У меня уже мандарина. Ну, или, по крайней мере, ловить. Побилась. Меняй мандарину, ложи, мы ее съедим сейчас. Ловить ее, стараться каждый раз. Второе упражнение, это берем в одну руку, кстати, вот какую руку вам удобнее вот это вот попробовать сделать. Наверное, да, потому что вот, вот тут вот вы выясните, с какой руки начинать. То есть попробовать вот это движение, с какой руки вот вы хотели бы его попробовать сделать. Я выбрасываю одну вперед все время, смотри. Раз, два, а вот ту вешку. Потому что нужно выбрасывать вот сюда, каждую апельсинку или мандаринку, что там, любые шарики одинаковые. Но, кстати, они должны быть тяжеленькие. Если вы возьмете теннисные шарики, у вас ничего не получится. Вот. Ну, можно взять три одинаковые картофелины. Короче, что-то тяжелое, теннисные шарики большие, будут вот эти вот большие теннисные шарики от большого тенниса. Это вообще. Да вот та улетает. Да, это всегда так. У меня тоже вначале, помню, я туда бежала вперед за ними. Или сюда, или да. Так, все, я вот тоже хочу. Короче, первое на, вот Маша, это вот. Я пойду поснимаю. Второе. Вспотела. Конец первой серии. Вторая серия.